Городской репортаж. Сегодня в администрации железнодорожного проходит чествование ветеранов Великой Отечественной войны. Это мероприятие проводит молодежный парламент нашего города. Давайте пойдем и посмотрим, как проходит эта встреча. Сегодня в рамках марафона, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне «Голосуй за победу», избирательная комиссия Московской области совместно с молодежной избирательной комиссией Балашихи награждали Владимира Лебедева за его деятельность в городе Железнодорожном. Владимир Петрович рассказал молодежи о своей работе, и мы узнали, как важны знания в избирательном процессе. Были случаи, когда тот или иной уже кандидат в депутаты приходил в день выборов и просил, вроде, объясните, вот это вот как? Покажите мне в законе, где это написано. Но поскольку я продолжительное время занимался этими вопросами, я закон почти знал, ну что ли, на зубок. Или между страницами были сделаны закладки, где я быстренько, вот, пожалуйста. На сегодняшней встрече я встретился с великолепным человеком, который был членом территориальной избирательной комиссии города Балашиха с 1986 года по 2006. Он создал фундамент территориальной комиссии, на котором в том числе и мы сейчас работаем. И об этом тоже нужно помнить, и всегда нужно помнить о том, что сделано для нас, чтобы думать и размышлять, что же сделать потом, и что же нам строить, и куда идти дальше. Сегодня нам удалось поздравить ветеранов и пожелать им всего самого хорошего. Мы надеемся, что в нашем городе такие мероприятия будут проходить чаще. Ирина Клупаева, Кирилл Карпенко, молодежная редакция «Большая Балашиха». Городской репортаж.